Тренд сезона – понятие, которое можно применить не только к показам модной одежды. Многолетний опыт директора детской музыкальной школы имени Балакирева Натальи Захаровой доказывает, что при выборе музыкального инструмента, на котором будет играть ребенок, родитель часто руководствуется понятием «мода». Большой популярностью и спросом сейчас в связи с программой «Детский голос», конечно, это вокальное отделение. Дальше. Всегда популярна это гитара. Большой конкурс, чтобы поступить на гитару. И, конечно, духовые инструменты. Саксофон, флейта. На вечере, посвященном Дню первоклассника, первые ряды зала заняли будущие вокалисты, клавишники, трубачи, гитаристы и баянисты. Для ребят, поступивших в детскую музыкальную школу, на сцене развернулось настоящее путешествие по миру нот, композиторов и инструментов. Экскурсию проводила фея музыки. Это очень, очень круто быть феей музыки, потому что дети все чувствуют, они хотят видеть, они хотят верить в сказку, поэтому хочется эту сказку дарить им. Вечер для первоклассников был одновременным и отчетным концертом. Ребята старших курсов показывали новичкам, чему можно научиться, если прилежно относиться к занятиям и внимательно слушать преподавателя. Бурные овации сорвал дуэт гитариста и балалаечника. Финалом вечера стала клятва юного балакиревца, которую произносили не только ребята, но и их родители. В ней звучал призыв любить музыку, уважительно относиться к себе и одноклассникам и тем знаниям, которые дают преподаватели. Клянемся школой дорожить! Торжественное посвящение первоклассников детской музыкальной школы осталось позади. Впереди несколько лет обучения мастерству игры на музыкальном инструменте и удовольствие от того, что занятие это по душе. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.